Ваши аплодисменты. H.P. Baxter здесь уже, да, он нас посетил, мы его долго ждали, и вот звезда вновь в России. Тот самый исполнитель, которого мы знаем по многим-многим-многим хитам, которые вы могли услышать сегодня в этом здании, в здании магазина MediaMarkt. Рад приветствовать еще раз всех собравшихся в магазине бытовой техники и электроники MediaMarkt. Крупнейшая сеть бытовой техники и электроники MediaMarkt приветствует вас, приветствует наших гостей. И на сегодня здесь состоится презентация абсолютно нового ролика с участием H.P. Baxter. Ваши аплодисменты. Давайте поприветствуем H.P. Baxter. Остается только скутер. Thank you. Привет. Hello. Остается только добавить Ein, zwei, выбирай. И теперь вы уже можете, уважаемые наши сегодняшние гости, задать свои вопросы участникам нашей пресс-конференции. И, кроме того, за самый лучший вопрос, я надеюсь, H.P. Baxter нам в этом поможет, мы сегодня вам подарим ценные наши заготовленные сюрпризы, можно, наверное, так сказать. Через буквально несколько мгновений мы узнаем, кто же стал счастливым обладателем наших сегодняшних призов и подарков. Ну а сейчас, есть ли у вас вопросы к H.P. Baxter, к нашим участникам, либо же, может быть, к представителю компании MediaMarkt? Ждем. Кто пьет? Считается, что у каждого человека есть двойник. Но фанаты, парни, как бы ни красили волосы, тем не менее на вас не похожи. Вы с нами считаете себя уникальным? Уникальному человеку мы продолжаем задавать свои вопросы. И мало того, я могу сегодня презентовать что-то очень-очень приятное, но уже открою тайну. Сегодня три счастливчика у нас вознаграждаются следующими подарками. У нас разыгрывается один микрофон за лучший вопрос и два комплекта, скажем так, наушников фирмы Sennheiser. Итак, ваши вопросы. Кто еще? Слушаю вас. Я считаю, что российские фанаты самые сумасшедшие фанаты. Скутер. И вот которые они, для которых не существует ни границ, ни времени. И вот я, допустим, летаю на ваши концерты с побережья Японского моря. Саша, да. Вы обладаете, может быть, какой-то магией или массовым гипнозом? Загипнотизировать можете? Можно сказать, что публика гипнотизирует меня и дает мне еще больше энергии. Кто еще кого гипнотизирует, так и непонятно. Но я думаю, что это будет хорошей сенсацией для какого-нибудь вашего репортажа. Я напоминаю, что мы сегодня среди... Пока-пока!